VR. Да пока использую этот. Поездки по России, по всей VR. Все звонки бесплатно. Без всякой хуйни. В общем, в Железноводск приехали. Со второй попытки добрались до Смирновских источников. Сначала пили теплую воду, сейчас холодная, видимо. Спускаемся от Смирновского источника с горы Железная вниз к озеру по каскаду фонтанов, которые сейчас не действуют, с мая будут действовать. Еще 800 метров осталось. Великие человечки такие маленькие. Да, Смирновский, Владимирский. Очень здорово, грандиозное впечатление. Море. Что-то я не пойму, он работает. Заводовск, Заводовский источник. Не Злобинский. Тут еще всяких этих ключей по этим сторонам. Ну, неизвестно, они там бьют или нет. Вода-то как бы она идет из-под земли, только они могут просто не включать, она там куда-нибудь в канализацию сразу уходит, и все. Воды дохуя тут. Правда, что ли? Ну, видишь, закрыто, клеточка, гаражина. А люди там ходят, что ли? Люди вон там идут. Пошли сюда вокруг. Горлу не попалось. Вот тетка уже сзади ходит. Ну да, пляж, пляж было написано на карте, что купаются. Это холодно еще.
прозрачная вода. Минералка, наверное.